Доброго всем утра! Я готовлю обед. У меня здесь куриные, вот как эти бедрышки без кожи и без кости. Я их отбила. Вот они здесь внизу. Посолила, поперчила. Сверху тоненько нарезала картошку с сыром, с майонезом, солью, с перцем и с чесночком. Сверху добавила помидорок. Вот теперь вот это все отправляется в духовку. По времени не знаю. 180-200 градусов, как получится включить. У нас только 9, даже еще без 5, мы уже позавтракали, дети все проснулись. Я сегодня вообще в 5 утра проснулась для того, чтобы смонтировать видео, сделать там вакуум, вот эти все мои любимые дела. Вот, и что сейчас еще буду делать? Сейчас еще убраться на кухне, постирать, вот, и потом поедем на Красную площадь. Все-таки Сергей Алексеевич наш никак не может вести детей одеваться в школу. Очень много у него работы. Мы его видим утром и вечером. Знаете, как некоторые работают с 8 до 5, а он с 5 до 8. Вот поэтому ждем, ждать его уже как бы некуда дальше. Сегодня поедем в Краснодар. Что не докупим сегодня, то значит купим. Меня кричит, то значит купим завтра в Динской. В общем, все будет по плану, по списку. Афоньке еще нужно сандали купить, чтобы в группе ходить, потому что я посмотрела, конечно, у него уже не первой свежести они. Так что сейчас помыть кухню, подождать, пока запечется на обед вот это вот все картошечка с мясом и стирку развесить, не забыть. Наш обед готов. Что? Ты будешь дома? А за сандаликами кто поедет? Кому ну? Афоня, мы едем все. Потому что каждому нужно что-то покупать. Давайте кушать и поедем уже. В общем, красота. Сейчас 11 часов. Все, мы поехали на Красную площадь. Придется мне ехать за рулем, ребят, волнуюсь. Вообще сейчас руки будут трястись уверенно. Но чего не сделаешь ради детей, потому что еще надо ехать в Динскую. В общем, все, что мы не купим на Красной площади, поедем покупать в Динскую. Выехали ровно 11, ну без 2 минут. Но сейчас мы как раз с хутора пока выедем. Новая шляпка у Афоньки, да, он у нее такой классный вообще. Это моя. На море теперь надо ехать, да? Окупаться. Рыбацкая шляпа. В общем, ну мы сейчас на Красную площадь, вот посмотрим, за сколько мы доедем. Сейчас 11 часов. Мы уже приехали, припарковались. В общем, сейчас 11:42. За 40 минут доехали. Ну, за 45, если с хутора. Начинаем с Модиса. Нет, Hot Wheels в школу не пойдем. Пошли дальше. У вас по сколько сменок? У тебя сколько? А у тебя? У меня одна. Тоже две. Я вторая не нужна. Пойдем, Афонь. Мама, ты! Гриш, смотри! Гриша! Так, пошлите. Так, что мы купили? Спортивные костюмы. Сейчас еще пойдем их померить. Вот такие кроссовки Антохи. Я хочу, знаешь, такие, как футбол. Человек, который хочет кроссовки со шнурками, но не умеет их шнуровать. Да? Так, стандартный узел. Да. Затягивай посильней. Угу. Нет, поближе возле узла делаешь это все. Нет, поближе возле узла. Давай, я тебе помогу. Че? Затягивай еще. Ну, почти. Гриш, ну давай дома будем тренироваться. Нравится? Да. Будешь, значит, завязывать. Мама, ты ему просто тут... Обувайтесь. Афоня, мам, сфоткай. Все, покажи. Все, костюмы померили. Гришке 152, а Антошке 134. Короче, они мало мерят. Да, по росту. Я даже 100 какой там у него, 140. 152, а так мы 140 носим. Оказалось, что нет. Какой? Тоже с бутылкой. За сколько он? За 11? Это что за 9? Что-то за 11.
Не ты, садись, не надо. А. Не, сейчас мы не будем. Попозже купим, хорошо? Зай, не надо так. Не надо на ней сидеть. Антош, ну мне кажется, ты упадешь, Антош. Угу. Часы будут. Так, мы идем. Антошке. Ой, Афоне мы купили обувь в садике ходить. Фабрика обуви закрывается, по-моему. Теперь часы идем. Пошли. Почему? Закрывается, наверное, я не знаю. А ее уже не будет? Ну, наверное, не будет. Перейдем Афоньке за часами. Пошли. А через фонтан? Через фонтан. Не, здесь не надо, Зай, там же люди сидят. Сейчас мы в Фикс-Прайс хотели купить Афоньке часы, а там нет часов. Все, Гриш, ключ там оставляй. Афоня, смотрите, здесь один. Мам, здесь все обувь, все для обуви. Угу. Рубашки в Александрии сейчас купят. Подожди, сейчас мы рубашки. И Антошке рубашку. А потому что надо еще, нам еще сейчас перекусить. Да. Сейчас, наверное, пойдем перекусим, да? Не садись, встань, пожалуйста. Мы пришли покушать. Покушать мы пришли вот сюда. Стейк-хаус. Потому что там просто на третьем этаже такая очередь. Это просто. Тут еще окрошечки. Я, наверное, буду окрошку. Это что такое? Нам уже принесли детям мохито, у меня облепиховый лимонад. Теперь ждем все обед. А у Афони телефон. Так прикольно, когда приносят влажные салфетки. Да. Там еще ледик, поэтому пейте аккуратно, да? Сейчас я потрогаю. Мозги могут заморозиться. Тут такая красота. Бургер. Картошка фри и соус. А у Гриши брускетта. Пиццы нет. У Гриши брускетта. И у Антохи тоже бургер. А у мамы окрошка. Очень вкусная с ветчиной. Будет пицца? Буду, буду. Мама, будешь картошку там? Буду. Мама, это как это? Знаешь, как это сделали вот это большое? Как? Просто взяли вот этот батон. Раз. Да. Мама, я хочу маму. Давай гамбургер. Ой, тебе помочь? Только переросток. Когда съели гамбургер? Зашли в Читай-город. Вот эти, да? Да. Они не нужны? Нет. А это для нашего слова. Покажи, что мы тебе купили. Как теперь ты хотел? Я каждую ночь не мучаюсь, что старье читаю. Юная ночь не мучается, потому что знает, сколько времени. Нет, сейчас мы пошли заплатим, потом откроем, хорошо? Пойдем. Что это? А, это же микроскоп, да? А сколько он стоит? Ну вот, смотри. Сколько? 559. Гриш, а смотри, 559 что стоит? И чё? Ты думаешь, я... Ты уже погнал? Пошли, мотоцикл. Мы в Красной площади пробыли часов 5. 4. Не более. 4 часа. Афонь, не надо. Там твоя обувь для садика. Мы были бы 3, если бы это не ели бы. Да. Видишь, вот мы уже приехали 4 часа. Нахуй глянем посредине. Ну мы просто никак не проедем. Антош, выйди, ему тоже помоги. Да, помоги. Сейчас. Котя! Что замучил? Замучил тебя Краснодар? Меня все замучило. Да? Короче, Гриша сейчас выкинет. Я уж не знаю, это кто-то из людей здесь накидал или это корова прицепилась, наверное, вытащила, да? Больше я никуда не поеду. Больше не поеду. А как же в Бенскую? Тебе еще туфли не купили. Ну что? А туфли? Ну что? Иди помоги брату. Буду легче. В спортивных кроссовках будешь ходить? Нет, я буду в тапках. В тапках? Так легче, мама.
тапках нормально, да? Да, так легче.